Друзья, всем привет! С вами Юрий Тетерин, Олег Чебыкин. Я сегодня пришел сюда рыбачить с закидушками. Олег так с меня сопроводить, посидеть, чай попить. Фу. Ну что ж, не знаю, червяков маленько есть. Сейчас ходили по дороге закопать еще. Ничего у нас не получилось из этого. Земля пересохла конкретно. Так что сегодня будем здесь ночевать с закидушками. Надеюсь, что-нибудь клюнет. Хотелось бы, конечно, услышать колокольцов звон. Кто-то тут ночевал. Что-то вода, наверное, налита после нас. Ну хорошо, хоть пользуются, но не ломают, не гадят. Не гады рыбачат. А что там на черном стоит? А там вода остаивалась, так она. Ладно, будем начинать рыбалку. Он сейчас почти во всех магазинах продается. Так, друзья, сегодня прикормку решил не брать, но фидер у меня с собой. Что, у меня трясется потом? Не закинутый. Сегодня будем хлеб, кормушку заколачивать. Где-то раз у меня эта фигня сработала. Сейчас червячка насадим, кормушку хлеба наколотим. Все равно что-нибудь, да мелочь какая-нибудь клюнет. Расходись. Я не помню, отключился, все нормально там вроде. Я с того раза вроде не убирал ее. Мышка пытается в ведро залезть, вряд ли видно будет. Вон, хлоп, ведро такое сбулькало. Мышь, наверное, хуя она может кормить, мешает, да? Может быть. Оп, смотался. Это куда же у меня там? Мерзло, что ли? Не знаю, что он в трое сидит, как далеко бегать. Сидел бы хавал, да, ведро? Так, Олег ушел домой. Пока еще совсем не стемнело, схожу. Перенасажу червей. Пришли довольно поздно сегодня сюда. Уже в районе, наверное, ну не знаю, 9 часу точно. А темнее сейчас рано. То есть сейчас 10 час. Половина где-то. Уже вот так вот на улице. Совсем не светло. Сейчас уже с фонариком схожу, чтобы удобнее было насаживаться. Насажу все по-хорошему. Буду ждать, может что-то попадет. Первый рыб на закидушке. Это ёрш. Так, что тут маленький стоит, заглотил. Засранец. Придется вот так вот выживать все. Насаживать по-новому. Что я там закидушку утащил? Вдоль берега развернул.
кто-то даже был там, в траву-то увел, не знаю кто, крючок пустой маленький. Последний день июля, на улице как-то по-осеннему уже темно. Почему по-осеннему? Потому что летом сидишь, звезд не видно, а сейчас вот только стемнело уже. Небо звездное такое, скоро вообще будет полный мрак, вот такие вот ночи интересные, с одной стороны, с другой стороны, крайне неудобно рыбачить такие ночи, когда совсем темно. Кстати, по поводу фидера, с вечера пару густера поймал, пару уклеек, пару сорожен, то есть рыба проклевывается. Сейчас даже на ночь поставил крючок побольше, потому что была одна поклевка такая смачная и, ну, улаживал. Вот покрупнее густерка, может, типа такого, вот сапа, может даже не крупный подвязочек. То есть рыба крутится даже на хлебе. Взял самодельный дип этот чесночный, сбрызгиваю сейчас, чтобы хоть какой-то аромат отходил помимо хлеба и на кормушку, и на червя, так что не знаю. Ну, мелочь-то я с утра еще потаскаю, уклейку дуру самую сорогу. Так в целом вполне может быть, что кто-то долбанет. Колокольчик зазвенел на закидушке. Трясется, но не сильно. Сапа. Позвенело и то вперед. Тихо. Только буйно это. Как будто что-то. Это подлещик, не сапа даже. Не крупный подлещичек. Ладно, садок тут недалеко. Самая первая закинушечка, которая стоит. Ты кто такой? Пескарь. Так, висит удачно довольно. За самый краешек губы. И вот так и оставлю, пожалуй. Попробую. Потому что не отпал. Ну что у меня такое образовалось тут из рюкзаков опять? Сидит подруга. Рюкзак мне не залезай. У меня тут целый зоопарк развелся. Мышь бегает, пытается ведро залезть, но уже неоднократно туда залезала. Ты тут сидишь, балдеешь. Ты слушаешь или что? Не лази, говорю, в рюкзак. Куда хочешь лезть. Только не в пакеты, не в сумки. Где? На хлебушка. Хлебушка взяла, убежала. Не стесняются. Вот на фидер ночью такая тоже рыбка попадается. Это первая, но, ну как сказать, ночью вот сейчас подлещичек. Но поклевки есть. Я тут что поставил уже 8 номер, вот такой вот крупный. Потому что другие, не знаю, какое ощущение, что они не могут. Будто выдергиваю изо рта или что ли. Червяк большой, видимо. Не хватает там, непонятно за какой край его. Получается, нет то, что хотелось бы. Сейчас вот, не знаю, надеюсь на лучшее. Конечно, прикормка у меня сегодня интересная. Но это не мешает ловить рыбу. Что же
друзья, еще есть небольшой разговор к вам. Не знаю, как опять кто отнесется к этому. Помните, я, кто смотрит постоянно, где-то говорил, что хочу попробовать покопить на камеру. Этот у меня весь разговор кончился на том, что погорел компьютер, плюсом к тому еще модем. То есть мне резко пришлось собирать на ремонт вот этого всего. Но мы за один день, за одни сутки накопили 7000. Камера стоит, смотрел вчера, 12450, по-моему. Она единственная, лузер, она так и лежит до сих пор еще на прилавке. Сейчас как раз 10 сентября у меня будет 7 лет, как я снимаю видео. Блин, рыбалка, это день рождения. Ну, как сказать, небольшой праздник. Для меня все-таки, как я его считаю, праздником. Но если мы накопим 7 дружно на эту камеру, это будет офигенный подарок от вас, от всех. Так что не знаю, если у кого-то есть желание помогать, я не откажусь. Если накопим, будет очень хорошо к тому времени. Если не накопим, не знаю, если сколько денег скопится, ну хотя бы батарейки лишние не помешают к этой камере, которую сейчас снимаю. Вот, я имею в виду экшн камеру. Да, пауэрбанк тоже это слабоватый. То есть если не накопим денег, сколько там скопится, на причуды, на всякие вот, на батарейки, на зарядки, все равно уйдут. Так что заранее спасибо, если кто-то откликнется. Реквизиты будут внизу под видео, под каждым, как обычно у меня. Буду рад любой помощи, любой копейке. Заранее еще раз спасибо. Неплохая. Папа. Рыба окунь. Крючок не видно, нет, видно. Оно плохо. Короче говоря, придется этого хлопца тоже забирать. Кто-то он. Достаю ерша. И за ним кто-то гнался. Окунь, как говорил, но крупный.
крючок заводил полностью. Ну что ж, пойду я сматывать, пожалуй, свои закидушки. Сид уже смотал. Толку нет сидеть, все равно не звенят. Лучше пойду лишний час и дома посплю. Что ж, снасти смотаны. Улов сегодня довольно скромный. Но как бы я рад тому, что здесь поувал просто. То есть мне рыба сегодня вот как раз была ни к чему. Я сюда пришел сегодня отдохнуть у костра. Как-то мне сильно очень хотелось выбраться на природу вот так вот. Ночь посидеть. Но естественно со снастями. Был какой-то бонус, кстати, сейчас буду знать, что здесь кто-то живет. И там вот на песках кто-то бухался, сейчас малька гонял, такой серьезный прям хищник. Как дельфин там бахал. Ну а вон мышь моя бегает, бежала опять. Остатки хлеба доедают. Ладно, будем сматываться домой тихонько. Вещи смотаны уже почти все, так упаковываюсь тихонечко. Буду убираться. Решил отдохнуть, пока иду в сторону дома и попрощаться с вами. Сегодня был отличный день, отличная ночь, не день. Надеюсь, в дальнейшем будет еще интереснее, с рыбой уже. Главное, выбрать время, чтобы выйти. Ну, сегодня, сами понимаете, видели, без прикормки пришел, чисто черный хлеб белый там, напихал в кормушку, да и то рыба отзывалась лучше, чем на закидушке. На закидушке, допустим, нету там прикормки никакой, тут хлеб, какую-то рыбу, но он собирает кучку. Клевала, всю ночь клевала так потихонечку. Фу. Загадывать ничего не буду. Насчет дальнейшего, что там, где там буду ловить и на что и когда. Надеюсь, в ближайшее время все равно скоро выпуск какой-нибудь увидите. Ставьте палец вверх, не забывайте. Заранее опять спасибо всем, кто поможет с подарком, так сказать. Очень охота цифровую камеру поснимать на нее. Ну и все, что, кто не подписан, подписывайтесь. Увидимся. Всем пока. С вами был Юрий Тетерин.